Не боятся сноса, а наоборот, о нем мечтают жители деревянных домов на улице Пролетарской. Полтора года назад рядом с их жильем началось строительство нового многоэтажного дома. Застройщик, как утверждают жильцы деревянных построек, в свое время им пообещал выкупить землю и предоставить квартиры в этом новом доме. В итоге ни новых квартир, ни спокойной жизни. Почему стройплощадка стала проблемой, узнала Ксения Фрик. Забор огораживать стройку и наш дом. К таким соседям Сергей Дубовой до сих пор привыкнуть не может. С началом стройки нового 10-этажного дома их частный дом стал разваливаться, рассказывает мужчина. А еще до выгребной ямы, та, что вместо туалета здесь, теперь даже не добраться. Раньше ворота открывались, машина заходила, бочка, шланг протягивали, и по мере наполнения выкачивала машина. А теперь? А как проехать-то? Что, она переполнится и побежит все во двор? Перед их домом застройщик решил сделать парковку для своих жильцов. И въезд во двор Сергея Николаевича строители перегородили вот такими бордюрами. Я говорю, что вчера бордюр поставили строители. В проекте там, конечно, этого не было нарисовано. Когда наглядно стало, что перегородили дорогу, вопрос возник, его, соответственно, вот решаем. Ломать не строить, решили рабочие, и новенький бордюр при виде объектива телекамеры начали убирать. А еще пообещали подъезд к воротам частного дома все-таки сделать. А вот переносить забор, который прибили хозяйственным постройкам, застройщик не будет. Вот наш строящийся дом. Работают строго по плану, показывает Геннадий Смышляев. На землю частного сектора они не заступают. Это же подтвердили и в администрации города. Стройка законна, а то, что так близко, так это сами жильцы виноваты. Расстояние может и не быть. То есть в данном случае нарушение это идет не со стороны застройщика, а со стороны этого дома. То есть у них должно быть сарай стоять на границе, не на границе, а с отступлением от границы. Но в администрации все-таки обещали проконтролировать строительство и благоустройство территории. Уже через полтора месяца новый дом сдадут в эксплуатацию. А жителям деревяшки, видимо, придется мириться с новыми соседями и ждать, когда застройщики купят их землю. Ксения Фрик, Александра Летова, Бюро новостей Давича.